Всем привет! Сейчас я вам расскажу о том, как правильно делать деревянный пол в деревянном доме по деревянным балкам. Находимся мы сейчас в деревянной, правда, бане, но она настолько большая, что будем считать, что это дом. Вы даже себе не представляете, какое огромное количество нюансов вы должны учитывать, когда вы делаете пол. Первое – балки перекрытия. Второе – это крепление балок к стене. Третье – это ветрозащита и утепление пола. И, конечно же, пароизоляция и черновой пол. В зависимости от размеров комнаты, нагрузок на пол, вы должны рассчитать правильное сечение балки. Обычно это делает конструктор или архитектор. Но в любом случае правило одно – чем больше помещение, тем больше сечение балки. Она должна стоять вот так вот, а не вот так вот. Крепление балок. Балки мы монтируем к стене с помощью металлического крепежа. И тут есть два очень важных момента. Первое. Мы должны утеплить крепеж. Так как даже если мы очень сильно стараемся, но всегда при запиливании доски между стеной и доской у нас будет щель. Если вы сложите все эти щели по всему дому, то по площади получится, что у вас целая форточка в полу. Соответственно, мы должны обернуть доску утеплителем и поставить его в крепеж. Также утеплитель будет между крепежом и стеной. Второй нюанс. Никаких черных саморезов. Только ершёные оцинкованные гвозди. Это связано с тем, что черные саморезы очень хрупкие, и их просто может срезать под нагрузкой. А также, если вы собираете дом и у вас еще нету крыши, то во время дождя у вас останутся черные разводы. После того, как мы установили балки, мы под балки сплошным слоем крепим ветрозащиту. Многие строители крепят ветрозащиту сверху, над балками. Иногда они это аргументируют тем, что балки должны проветриваться. Но это неправильно. Балки изначально должны быть сухие, и их не надо проветривать. Между балкой и ветрозащитой, вот в неправильном варианте, будет мостик холода. И в результате у вас местами будет холодный пол. Далее между балок мы укладываем утеплитель в 4 слоя в нашем случае. Обязательно надо укладывать утеплитель с перехлёстом стыков, чтобы опять же избежать этих мостиков холода. На следующем этапе поверх балок и утеплителя мы укладываем слой пароизоляции и обязательно ее проклеиваем. Сверху на пароизоляцию мы укладываем доски чернового пола. Причем делаем мы это шагом 30 сантиметров. Это нужно для того, чтобы между этими досками положить трубы отопления, водоснабжения и электрику. Важно использовать доску камерной сушки и желательно строганную. Если доска будет естественной влажности, то есть вероятность того, что там будет грибок или плесень. Один из самых распространенных грибков называется Alternaria alternata. И этот грибок, оказавшись в вашем доме, может вызвать у вас астму, аллергию и атопический дерматит. Поэтому, если вы этого не хотите, то покупайте доску камерной сушки. А та доска, которая продается на рынке и называется сухой, это просто та доска, которая лежала под навесом и которая сохла под солнцем. Там грибок по-любому есть. Если вы не сами строите дом, а пользуетесь услугами строительной компании, то обратите внимание на стоимость доски в смете. Если доска в смете стоит от 7 до 9 тысяч рублей, то это 100% доска не камерной сушки. Доска камерной сушки, если она еще и строганная и антисептированная, обычно стоит от 14 до 16 тысяч рублей за кубический метр. Все коммуникации, это отопление и водоснабжение, кроме канализации, должны проходить над утеплителем. Если они будут находиться внизу, в пироге, то зимой они могут замерзнуть. Знаю много случаев, когда безрукие строители использовали для чистовой отделки внутри помещения фанеру ФСФ. Они ее укладывали на черновой пол. Так вот это неправильно. Фанера должна быть ФК. ФСФ это очень вредная фанера. Она предназначена для внешних работ. Поэтому ни в коем случае не используйте фанеру ФСФ в помещении. А более подробные чертежи, схемы и описания вы можете посмотреть по ссылке внизу под видео. Если вы все сделали правильно, то в конце вы можете провести знаменитый тест чашечки с блюдечком. И сейчас вы посмотрите на все это глазами чашечки. И начинаем прыгать.
по-моему, все четко. Чао, какао! Подписывайтесь на наш канал. Тут говорят хомяки.